На канале Молдова ОНУ генеральный директор Мирча Сурду. И я вот не знаю, как тут сказать, потому что гражданская жена – это когда человек другого пола. А когда того же пола, вот его гражданская жена Леонид Мельник является его заместителем. Вот не является ли это нарушение конфликта интересов? Или мы для геев делаем исключение в законодательной базе? Нет. Если они имеют те же права, так пусть они имеют и те же обязанности. Дальше. Екатерина Стратан, другой заместитель генерального директора канала Молдова ОНУ. С какого перепугу ее племянница по сестре, да, вот дочка ее сестры Дарина Юрко, выигрывает конкурс и становится руководителем департамента информационных программ? Это что, не конфликт интересов?